Велогонщики-любители приехали в Мичуринск, чтобы проверить свой профессионализм на самой сложной трассе в стране. На Конской горе прошел чемпионат России по маунтинбайку кросс-кантри. Маунтинбайк – один из самых популярных сегодня видов спорта, поэтому участников на старте с каждым годом становится все больше. На этот раз в гонках по пересеченной местности приняли участие любители и ветераны велоспорта со всей России, от Москвы до Новосибирска. Соревновались велосипедисты в олимпийской дисциплине кросс-кантри. Всех участников организаторы разделили на группы по возрасту и полу, а возраст в такого рода соревнованиях не ограничен. В первых заездах силами померились юноши, затем на старт вышли взрослые спортсмены. После них свое мастерство показали самые юные участники. По словам организаторов соревнований, трасса под Мичуринском считается чуть ли не самой сложной в стране, поэтому без присутствия скорой помощи здесь не обходится ни одни гонки. Очень много гонщиков сошедших, конечно, поломанных, но трасса очень сложная, поэтому здесь выживают сильнейшие. Тамбовские спортсмены оказались в числе первых практически во всех возрастных группах. Золото в Тамбов привезли Марина Осипова и Павел Федоров. Что стало вполне ожидаемым, эти велосипедисты – лидеры всех последних соревнований разного уровня.